В рамках модернизации Котласский кадровый центр открыл молодежный клуб «Движ». Этот новый формат взаимодействия образовательных учреждений и студентов нацелен на формирование у молодежи так называемых «мягких навыков», таких как стрессоустойчивость, коммуникабельность и самостоятельное мышление. Наша задача, чтобы они быстрее этому научились, через игровую какую-то, да, форму, то есть через тренинги, это основная наша форма взаимодействия с ребятами, для того, чтобы в жизни им быстрее было удобнее устроиться, в коллективе адаптироваться как-то, да, найти свое место, свое дело. Специалисты кадрового центра к каждому тренингу готовят новую тему, которая определяется запросом студентов. В этот раз представители педагогического колледжа заинтересовались вопросом поиска работы. Учусь на специальности начальный класс. Здесь я, чтобы узнать что-то новое. Игра будет по трудоустройству. Я очень хочу узнать об этом. Все, у кого зеленые глаза в одну сторону, карие в другую, загляните в глаза друг другу. Будущим специалистам предложили в игровой форме ближе познакомиться друг с другом, самостоятельно найти ответы на вопросы, что человек приобретает при получении трудового стажа и где можно найти работу. А еще студенты составляли идеальное объявление для работодателя и определялись с будущими желаниями. Делаю актуальную реальность яркой. На каждую букву что-то нужно, то есть предложение из первых букв вашего имени. Здесь используются психологические, коучинговые, фасилитационные методики. Да? Это все современные, абсолютно актуальные, самые последние знания, скажем, которые мы могли получить. Мы их получили и сейчас реализуем в нашей деятельности. «Движ» – это аббревиатура, которая расшифровывается как «Дело, возможность, интеграция, жизнь». Именно эти слова совершенно точно отображают новую деятельность клуба для молодых ребят.